турнир, который организовывала Белорусская федерация традиционного каратэ-до и Белорусский государственный университет физкультуры, собрал в этом году более 600 участников. И понятно, что в каждом виде программы нужно было обладать высоким мастерством, чтобы зайти на пьедестал почета. Приятно, что спортсмены Мозыря были не на последних ролях, и в некоторых видах они поднимались на пьедестал. Соревнования были хорошие. Я выступала в категории 14-15 лет до минус 57 килограммов. Я стал четвертым. И еще выступали мы в 14-15 лет в командное кумите. Мы стали третьими. Вместе с Никитой, который занимается в клубе каратэ фонда «Чемпион» под руководством Елены Криковской, на пьедестал почета поднимались его брат Егор и Михаил Сивак. А что до представителей другой мозырской команды, клуба каратэ «Сайдакай», то у них есть даже серебряная награда. Ее завоевал Павел Флерка в категории «Командное кумите» среди юношей. Добавим, что Паша занимается под руководством Натальи Гордынской и является одним из сильнейших спортсменов Беларуси в своей возрастной категории.